сеть попали кадры страшного ДТП с участием автобуса. Машина влетела в подземный пешеходный переход. На видео запечатлен момент аварии. Видно, как многотонная машина съезжает по лестнице, сбивая поднимающихся людей. Со всех сторон к автобусу сбегаются очевидцы. На данный момент точное количество жертв неизвестно. По последним данным, 4 человека погибли, 15 пострадали. Сейчас работающие на месте ДТП спасатели извлекают из-под машины раненых. Водитель автобуса задержан. По предварительной информации телеграм-канала МАШ, мужчина не справился с управлением из-за обледенения.